Всем приветики! Сегодня я хотел бы показать вам свои игрушки, с которыми я играл в детстве. Вот в такой коробочке хранятся мои киндеры. Ну, вернее, то, что было в киндер-сюрпризах. Здесь довольно-таки много всего. И я любил играть в киндеры, ну, распаковывать киндеры. Вот, ну, такого плана они были, только, ну, яйцо было такое. Это было яйцо инопланетного киндера. И в нем были инопланетные игрушки такие вот. А вообще, упаковка была, как все помнят, такая фольга. Под ней шоколадное яйцо. Ну, вернее, шоколадное. Ну, да, такое яйцо, такое шоколадное. А внутри маленький такой пластмассовый, типа... Ну, не шарик, а типа цилиндрик закругленный. И внутри него была та самая игрушка, например, что-то вот типа самолетика такого было. Или там, я не знаю, кто-то еще был. Вот такие штучки всякие были. А я не помню, откуда я что брал. По-моему, это тоже было из киндеров или нет, хотя он большой для киндера. Но это все такое, ну, в общем, это все такое маленькое. Это как раз то, что было для киндеров. И вот здесь столько всего, на самом деле. Мне больше всего нравился подводный мир. Этот великий и красивый подводный мир. Рыбки. Такая красивенькая рыбка. Кит. Ой, здесь столько всего, на самом деле. Это очень круто. Подводный мир мне очень нравился. Все эти вот подводные существа. Я не помню, где их брал. По-моему, это даже были не киндеры. В киндерах были что-то вот типа такой машинки, которую можно собрать. И она едет и такая типа зубами. Еще глаза наклеивались. Она едет и такая типа зубами. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Ну, прикольно довольно-таки. А эти, по-моему, в чем-то отдельном продавались. Я собирал этот весь подводный мир. Акула у меня была. Много всего было, всего столько интересненького. Оно и до сих пор хранится. И до сих пор хранится. И самое интересное, что этому уже очень много лет. Мы же это собирали, когда были маленькие. Такие вот дельфинчики маленькие мне нравились. Это уже как бы кит. Здоровый такой кит. А вот это такой маленький дельфинчик. Он реально маленький. Он как вот... Он такой вот маленький. Вот по сравнению с мизинчиком, он такой маленький-маленький вообще. Но дельфины, на самом деле, в реале классные такие вот обитатели океана. Они такие, ну, в реале они обычно добрые. Это тюленчик, по-моему, классненький тоже. Мне вообще нравится. Они, кстати, из резины. И вот круто. То, что они не сломаются, ничего с ними не станет. То есть вот резина. Это круто. И вот весь этот подводный мир... Это прям очень круто. Мне нравилось собирать их. Рыбки. Я, кстати, хотел бы себе аквариум. Реальный аквариум. И я когда-нибудь, наверное, его себе... Это у меня 3 одинаковых попалось. Но я не расстраивался. Мне все равно нравилось. Вот, столько всяких... морских. Это пиранья как бы была. Это еще какая-то рыбка. А это... вылазит из ракушки какой-то типа или креветка, или рак, кто-то вылазит. Довольно-таки интересно. Ой, ну здесь много на самом деле всего. Вот этот тоже резиновый, но он уже не подходит к океану, но он с такой же резины, как и они. Это тоже типа тюленчик, но пластмассовый. Резиновый смотрится, конечно же, покруче. Вот, морская черепа. Вот это да, вот это из киндера было. Она шевелишь, она головой крутит. Из киндера обычно, да, или что-то такое собиралось обычно. Она тоже вроде как к морскому океану относится, но она не из резины, то есть не из этой коллекции. Вот, и это тоже как бы вроде из океана, но тоже не из этой коллекции. Потом скат такой был, довольно-таки интересно.
И вот все эти игрушки, так-то по сути, они у меня лежат. Морской конек был. Мне нравились такие вот маленькие какие-нибудь такие вот игрушечки. Такая какая-нибудь здоровая игрушка в киндере мне не нравилась, вот типа такой. Ну, прикольно выглядит, но мне не нравится. Не, вообще, когда я радовался, когда у меня были игрушки, но когда, ну, маленьким мне нравилось то, что они такие миниатюрненькие. Мне вот это вот нравилось. Что тут еще? Медуза была. Такая вот. Вы такая красивенькая. Да. Эти они. Ну да, получается. А, ну да. Так, а что еще? Вроде и все. Из той коллекции больше ничего и нету. А, нет, вот еще есть. Это у нас кто? Это он, кстати. Вот он точно такой же. Я не знаю, кто это. На рака чем-то похоже. Хотя у рака клешни. Это креветка, наверное. Наверное, все-таки креветка. Ну, у креветки панцирь есть. Ой, я не знаю, кто это. Устрица какая-нибудь. Не, я не знаю. Ну, чем-то на рака, на креветку похоже. Но не оно. Ну, и вроде бы... А, еще такая рыба-меч. Такая вот довольно-таки интересненькая. Это вот вся... Если не считать этого, этого и этого, вот это все коллекция одна. Ну да, мы тогда, типа... У каждых киндеров была, типа, какая-то своя коллекция чего-либо. В инопланетных киндерах, вот в таких. Там, кстати, он продавался не в таком. Эти киндеры инопланетные продавались не так, как обычные киндеры, где шоколадка, и внутри там пластмасска. Здесь наоборот, была пластмасска, ну, был целлофанчик здесь, срываешь целлофанчик, вот эта пластмасска, а внутри была игрушка и вкусняшка. Типа, игрушка и какая-то конфетка, типа. Вот. И с одной стороны, прикольно было то, что у тебя такая коробочка появлялась, в которой можно было что спрятать. А обычный киндер, ну, там тоже коробочка, но она поменьше. И вот инопланетные, они были вот такие, из пластмасски сделаны, типа, вот в таких киндерах инопланетных. И тоже были прикольные, ну, прикольно, типа, да. Необычные, это были необычные киндеры. То, что мы привыкли, что обычные киндеры из шоколада, а это были необычные. Они, типа, такие, ну, не... Ну, когда попадались мне одинаковые игрушки, мне не нравилось. Я хотел, ну, все-таки собрать коллекцию, чтобы разные там были. Вот, а одинаковые мне не нравились. Машинка такая была. Потом такое. И вот суть в чем. Оно у меня уже лежит уже много лет. И я вот думаю, такой чувачок попался, типа, руками. Эй. И я вот думаю, что мне это все не надо. Ну, как бы, я бы мог это кому-то отдать, ну, вернее, выставить на продажу, типа, на какой-нибудь сайт, ну, кому надо, ну, мне не надо, чтобы кто-то забрал для тех, кто еще играет с игрушками, вот. И поэтому я решил, что сделать, показать это на видео, чтобы другие могли посмотреть, какие у меня были игрушки, какая у меня была коллекция, то есть показать свою коллекцию, ну, вам. Плюс для себя ставить память. То, что оно вот лежит все вот в коробках. Вот оно в этой коробке лежало. По сути, ты ее можешь отдать кому-то и все. И даже сам не вспомнишь, что там было. А так и сам посмотришь, что там было. Плюс запечатлишь на видео. И для себя останется память в виде этого видео, что у тебя было. И как бы... И вы посмотрите. То есть, я для себя, сделав это видео, я и для себя оставлю память, что у меня было. И плюс вы сможете посмотреть, какие у меня были игрушки. Ну, а потом уже можно будет продать, как бы. Потому что, ну, по сути, мне оно уже не надо, оно просто лежит. А кому-то, может, реально будет надо, кто-то будет играться. Вот, я-то уже в компьютерной игрушке играю. Все равно играю в игрушки, но уже в компьютерной. Вот тоже такой был человечек. А у него штука была в том, то, что у него здесь все как бы ну, корпус такой, ну, руки, ноги не двигаются, руки двигаются. И вот как бы голова и трубочка. И получается, ты его опускаешь в воду, в стаканчик, например, и дуешь в трубочку. И у него со рта идут пузырьки. Открывается вот эта штука, и типа пузырьки идут. Прикольно, типа настоящий водолаз в воде, типа так пузырьки пускает. Вот. Довольно-таки интересно, на самом деле. Много всего.
Правда, и видео получится очень длинным, я так понимаю, потому что пока я покажу все свои игрушки, это будет очень долго. Хотя я могу так вот не вылаживать все, потому что это реально будет долго, пока я все разложу. А поставить паузу, разложить, а потом показать, что из этого вышло. Так, наверное, будет даже... Ну, просто пока я собираю, я могу подносить какие-то уже прям замученные жизнью. А так оно уже... Хотя оно, в принципе, будет все расставлено, я могу потом какое-то что-то такое особо интересное поднести. В принципе, можно, наверное, так и сделать, потому что это реально затянется. Поэтому пауза. И вот за одно мгновение для вас и не одно мгновение для меня все выстраивается в такую картину. Это все мои киндеры, как бы. Это такой типа носорожек. У него все может... Эта штука открывается. И можно все туда спрятать. И будет тогда просто шарик такой. Овал, вернее. Мельница, она крутится как бы с обратной стороны. Там есть ручка как бы такая вот. Вот такой вот ковбойчик был. Мне еще нравилось с ним играть. Причем я реально играл вот со всем этим. Ковбойчик там приходил, что-то делал. Самолетик там взлетал, один там второй. Такой вот домик, там типа женщина такая заходит. Ну, такая вот сейчас. Заходит такая женщина одетая. Закрывается, ты вертишь эту штучку. Она раздевается, и внутри такая, опа! То есть, есть такой, кажется, такая полная дама. Она худенькая просто, на ней уже спасательный круг. Ну, такая прикольная штучка. Потом из Скруджа Макдака, я не помню, как это его звали. Такой вот персонаж. Ну, а что-то потерял. Кстати, вот еще одного нашел персонажа из... Одну рыбку из вот этой коллекции. Что-то потерялось. Вот карандашик от кого-то был. Я не помню, от кого где-то у кого-то был. Потом столик этот был. Со стульчиком. И мне нравились... Вот такие игрушки мне вообще нравились. И вот типа... На этом пианине, на этом стулике сидел, по-моему, этот челик. И пианино на ножках еще было. И вот он так сидел как раз. И играл на нем. А потом просто мог спрятаться сюда. У него здесь еще типа вот... И вот он цветочник как бы. Открывается. Видно, что у него в руках цветок и лопаточка. И здесь такие цветочки тоже нарисованы. И внутри, это типа его домик, цветочки стоят, которые он ростит. И там цветочки. А здесь инструменты, которыми он все это делает. И даже подушечка есть. И он туда типа прятался отдыхать. Так, я что-то неправильно положил. Не закрывается. Вот. Не все так закрывалось. Такие игрушечки, в которых мне очень нравится, в которых прятался кто-то маленький персонажик, мне такие прям очень нравились. Я не знаю почему, мне прям сильно нравились какие-нибудь такие вот домики, в которых прятался кто-то маленький. Вот типа такого. Или вот такой вот, вроде бы закрытая гитара на замках, но она открывается, и там внутри типа такая фигура женская. Ну, мраморная, в каком-то мультике, я помню, такую гитару таскали какие-то там персонажи. Вот. Такая женская фигура. Ну, довольно-таки интересно, мне вот нравились всякие такие игрушечки. Здесь вот потерялся персонажик, получается, это такой трон, на котором сидел король, это был такой лев. Типа одна нога здесь стояла, другая нога на нее была закинута, он одним пальцем здесь держался, а здесь на локоть облокотился и сидел, типа, в зубах мяса держал лев такой. И рядом с ним стояла еще миска с мясом. Вот она, мисочка с мясом. И рядом еще пирамида стояла, потому что там, типа, такой лев, как в этих, как на пирамидах. Или сфинкс, как там его правильно. И в ней еще пицца готовилась в пирамиде. Ну, довольно-таки прикольно. Ну, где он сам, не знаю, потерялся где-то. Здесь фламинго болтался. Но это не интересная игрушка, такая мне не нравилась. Пикачушки, это не из киндеров были, а так откуда-то.
Но они маленькие, поэтому я их сюда, короче, к этим всем добавил. Лопаточка еще, мороженщик еще был. Вот типа лопаточка такая для мороженого. И вот, собственно, сами мороженые стаканчики. Но к чему это было, я уже не помню. Вот. Самолетик. Ну, вот так-то больше ничего нету. А это калейдоскоп. Туда смотришь, и все так раскрывается. Ну, вот типа таким вот образом. В середине такой персонаж, а вокруг его еще много. Вот видишь его в середине, вот он. А вокруг вон их сколько. Даже палец. Ты видишь палец? И вон по кругу их сколько. Ну, глазом оно по-другому смотрится, конечно. Более, ну, просто глаз более глубже. Ну, камера наш прямая, а глаз выпуклый, он туда более глубже погружается и более так интереснее глазом смотрится. Хотя почти так же. Ну, вот примерно как-то так смотрится. Вот самолетиков посередине один, а по краям их вон еще сколько. Ну, вот, типа такое что-то. Да, ну, примерно, да, глаз так же видит. Ну, так, не сильно прикольно. Такой вот по-моему, калейдоскоп они называются, или как, я не помню. Вот это все мои киндеры, как бы. Но это не единственные мои игрушки. Еще из маленьких была вот такая штучка, я помню, мне подарили. Правда, это не киндер. Но тоже мелкая муха. Тогда мне подарил батя. Он как бы муха искусственная, приманка. На рыбалку, типа, таких мух брал. Типа, настоящая муха, на самом деле, это пластмассовая. Вот такая вот муха. Мелкая, ну, тоже. Здесь же все мелкое, так это можно тоже к ним отнести. Хотя это не игрушка, как бы. Но тоже пластмассовая, почему бы нет. С ней можно и реально играться. Можно куда-нибудь поставить, где-нибудь на стол дома. На какую-нибудь булку кто-нибудь испугается, начнет прогонять. Вообще прикольная штука, такая муха. Нет, так сдалека можно реально подумать муху. Такая прикольная штучка. Здесь их две штучки. Там у них еще дырочка есть, которая через них проходит. Сквозная. Вон она насквозь. Фокус. Фокус улетает куда-то. Вон она, видно, беленькая посередине. Вот сюда можно ниточку продеть. Ну, по идее, это надевается на леску, кидается в воду, рыба клюет, и ты тянешь. Можно ниточку какую-нибудь тоненькую протянуть, и будет реально, как муха, ползать. Такая штучка еще была. Ну, еще какой-то был солдатик, но он железный и не относится к киндерам, но такой вот был. Я тоже с ним играл. Но это, ну, он был, не участвовал в этих киндерах, он был там у меня в других. Обычно у меня в машинках ездил. И сейчас я покажу свои машинки. Начать можно с самой маленькой, с вот такой. Ход, я не знаю, что здесь написано. Мустанг, короче. Такая машинка была. В общем, катать. Ну, естественно, машинку можно катать. Под капотом. Мне всегда нравилось, когда что-то открывается. Капот открывается, например. И можно посмотреть двигатель, там все такое. Когда, ну, еще нравится, когда багажник, дверь открывается. Здесь стеклышко раньше было. Но сюда, по-моему, никого не... Или нет, садили. Типа. Вот таких вот фигурок. Хотя именно здесь... Наверное, все-таки именно здесь, наверное, никто не ездил. Просто машинку катали. Но были машинки не побольше. Вот такие были. Это еще, по-моему, мне досталось от дедушки. По-моему, он мне такую машинку дарил. Чайка. Она реально вся железная, просто полностью железная машинка. Внутри даже показано, как оно, ну, есть. На самом деле, вот, типа... Задняя ось колес. Здесь, по-моему, карданный вал. Вот это карданный вал. И он как в настоящей машине. Made in USSR. То есть сделано в СССР. И реально вот сделали такие вот, ну, качественные, как настоящие. Она реально вся железная. То есть я попробую еще сломай. И здесь все как в реале нарисовано. Вот
прямо как есть на самом деле. Капот здесь не открывается, багажник открывался, но мы его сломали. А может, его здесь и не было, я не помню. Я не помню, был он или нет. Но сделано как по прототипу настоящий. Ну, то, что уже снизу нарисовано, все как в настоящее, это уже о чем-то говорит. Плюс она и выглядит как настоящая. Ну, задние колеса мы заменили, а передние они такие... В настоящие, по-моему, они такие были. Ну, именно так вот смотрелись. И вид у нее такой же, как в настоящей, по-моему. И хотя я давно не видел чайку... И не помню, как она по-настоящему выглядит, но мне кажется, так она и выглядит. Потому что что-то такое, когда-то давно что-то видел, и, по-моему, так она и выглядела. Еще так сделаны фары, так красиво. И вот здесь открывался багажник, это было круто. И все двери, все четыре, они открываются. Мне это вообще очень нравилось. Я любил, когда открываются двери, что туда можно посадить, каких-то человечков. Даже сиденья поднимаются. Это вообще круто, то есть можно сзади кого-то посадить. То есть она реально много вмещает. Тут спереди влезет человек с одной стороны, с другой сзади два человека, еще перед ними два человека, шесть человек. Хотя если сзади поместятся и спереди, то сзади три, спереди три. И еще тут восемь в итоге. И вот здесь как раз-таки вот этот вот человечек и помещался. Вот он садился... И закрывался. Вот так мы и играли. Типа садится человечек, ездит куда-то, приезжает, открывает дверь. Ну, естественно, надо было подтолкнуть, выходит. И все, и пошел там, закрывает дверь. И так мы играли. Типа пошел там, что-то сделал. И вот я не помню, от чего вот эта штучка, от чего она была. Я не могу даже вспомнить, от чего она была. Но для нас это были человечки. И таких вот человечков, вот у нас сколько там было, я не помню. Но помню, что у нас их было много. Мы их специально таких собирали. Например, вот такие человечки встретились, там что-то обсудили, решили такие, да, поедем, давай. Хорошо, поехали. Отсадиться за руль. Такой, нет, подожди, я за руль, нет, я. Я сказал за руль, все. Садится, закрывает дверь. Этот садится сбоку. Тоже. Закрывает дверь. Они там сели. Я только понимаю, ладно, подождите. Ложит в багажник свою какую-то штучку. И отправляется с ними. Открывает дверь. Правда, когда эта дверь закрыта, задняя не хочет полностью открываться. Ну и садится с ними. Тоже. Хотя он не влазит. Приходится поднимать стул. Ну и таким вот образом играли мы. Хотя нет, сзади он реально не влазит. Ну, так закинуть можно, и все, и поехать куда-нибудь. И так мы играли. Прикольно, на самом деле. Ну, такая еще машинка была. Это я... Причем они так строятся по росту. Маленькая, побольше и еще больше. Это я у друга выменил. Такая прям, ух, грузовик такой. Колеса такие массивные. И там еще был этот прицеп. Ну и вот он прицеп. Правда, уже немножко пыльный, потому что валялся уже много лет. И этот прицеп крепится к самой машинке. Вот сюда. И она с синим ездит. Правда, вся уже скрипучая. Но когда-то она не скрипела. И было круто. Прям реально такой прицеп ездил. Машинка такая с прицепом. Здесь еще две двери были. Они уже сломались, конечно же. Но раньше они были. И там я не помню, снималась эта штука или не снималась. И даже можно было прицеп где-то оставить. То есть ты приехал куда-то на машинке. Типа, нужно, чтобы машинка что-то привезла. Она приезжает, привозит то, что нужно. Оставляет прицеп. Ну, а из прицепа потом открываются двери, и там выгружается что-то. То есть, ну, как в реале. Есть подножки и все такое. Это очень круто. Потом такая простая машинка была с Макдональдса.
McDonald's Curb. То есть, реально из Макдональдса. Такая вот машинка. Здесь еще кто-то сидел, но он оторвался, по-моему. А, здесь такой человечек сидел, резиновый. Типа клоун такой резиновый. И он оторвался. Да. Ну и мы здесь тоже садились сюда. Вот типа таких вот. Так, один выходи уже и оттуда, приехали. И второй выходи. Вот типа такой. Да, мы его оторвали. Или может быть мы, либо он сам оторвался, либо мы его оторвали, чтобы возить вот таких вот человечков. И они здесь ездили. Могли и так где-то ездить. Ну, в общем, это были наши человечки, которые могли где-то ездить. Но они здесь сейчас не нужны. Поэтому такая вот машинка была. Потом еще была вот такая машинка. Но она, по-моему, была... Она была желтая. А мы ее полностью закрасили маркером. То есть она была... Вот как-то как здесь. А мы ее полностью... Это же не лень было сидеть, полностью все закрашивать. Сразу кажется, реально машинка черная. Но на самом деле нет, вон она какая была желтая. Это мы ее так закрасили жестко. Ну, низ был черный, а вот именно верх мы закрасили. Вообще жесть. Но она выглядит новенькой, целенькой. Колесики целенькие, все целенькое. Но эта машинка реально как целенькая. Мерседес. Грузовик. И нам нравилось то, что открывается. Это типа с мороженым грузовик. И мы сюда тоже садили. Человечки сюда могли сесть. Поехать куда-то. То есть сели человечки. Куда-то приехали, машинка открывается. Человечки раз такие вышли. Один вышел, второй вышел по лесенке, все. И они с собой привезли какой-то груз, например. О, а здесь уже сидят человечки. Ну, о чем я и говорил. Они здесь давно сидели. Здесь, ну, получается, это два человечка. Ну, и вот эти вот персонажики, котик. Правда, краска стерлась. Мило, кстати, смотрится. Но если бы краска была бы, такие ушки, глазки были бы. И зайчик. Ну да, если у нас были уже готовые такие персонажи, которые похожи на человечков, мы с ними играли. Если не было, мы просто брали какие-нибудь такие вот фигурки, типа таких, и они для нас были человечками. Вот. Ему тут тесно с ними, так мы его сюда посадим, котика. Сзади еще открывается. Нравилось, что прям все можно открыть. Хоть сзади, хоть сбоку. То есть, куда и хочешь. Удобно. Так, это у нас вот так закрываю. А, нет, наоборот. Вообще круто, на самом деле. Ну, не было человечков таких вот. Я не помню, откуда мы их брали. Крышечки брали от баночек медицинских. Здесь какой-то вот чебурашка какой-то. Вот. Прикольно на самом деле. И такие вот у нас были машинки. Ну и есть как бы. Просто что мы уже с ними не играем. У нас более крутые игрушки. Мы в машинки играем на компьютере. Намного интереснее в гоночки там поиграть. А такое, пока не было компьютеров, такие игрушки играли. Еще... Ну, такой фургончик тоже я у друга вымел. Вернее, прицеп от этого, как он называет, поезда. Это колесо оригинальное, вот это вот. Вернее, вот эта часть вертящаяся оригинальная. Но колес здесь не было. Колеса мы уже из какой-то машинки сюда приставил. Здесь такая дверь тоже оригинальная открывалась. Сюда мог кто-то заходить. А сюда дверь эту мы уже сами сделали. Взяли железку, согнули, припаяли. И здесь еще вот такое окошко было. И крыша еще была сверху, но она где-то потерялась. А у кого-то это же был целый поезд. Ну, и то есть я его выменял, часть поезда, такую вот. А у кого-то же был целый поезд. Ну, то есть, здесь же видно вот прицеп. Он же к чему-то цеплялся, и там наверняка были... Ну, это же, получается, последний вагон. А там наверняка еще был средний, средние там были, сам голова, поезд. Ну, то есть реально там целая прям
Там реально круто было, короче. У того, у кого полный комплект, там прям, мне кажется, вообще круто все было. Интересно. Потом была какая машинка у нас. Таких у нас, кстати, не одна была. Это как бы была такая полицейская, здесь еще мигалки были. А у нас была такая не одна, была еще одна такая не полицейская, без мигалок. Здесь, соответственно, дырок этих не было. И мне нравилось то, что здесь все, ну, то есть открываются двери, можно кого-то посадить. И причем там в кабине прям все видно. Ну, вот сиденье, рычаг, переключение передач, потом этот руль. Панель приборная, там видны спидометры, все это вот здесь. Ну, как в реале, так прям похоже. Садишься, закрывается. Сзади багажник открывается. Мне такие машинки, где что-то открывается, прям вообще нравились, прям максимально. То есть ты можешь туда посадить, даже, по-моему, вот этот человечек, который я показывал, здесь у меня ездил, он как раз сюда подходит. Машинка железная. Железный. Человечек железный. И вот он как раз сюда вообще легко вмещается. Закрывается дверь. И он поехал. Реально круто. Как раз для него как и сделано. И вот здесь я катал своих человечков. А вылазя оттуда, когда он уже приехал, он мог из багажника что-то достать. Ну, он сам может в багажнике там ездить сзади. По-моему, сзади он и ездил у меня. Правда, доставать их потом оттуда сложно. По-моему, сзади они возили оружие, сапали, что-то такое. Ну, в общем, круто. Жалко только, что капот нет. А, стой, открывается. Подожди. А, нет, не открыва. Если вот эта штучка пошевелилась, я подумал, открывать. Но вообще, я любил такое, где все открывалось. Такая машинка, типа... Хаммер такой, да, это и есть Хаммер. Только у Хаммера обычно вот эта часть, ну, закрыта, а здесь открыта. Здесь вообще он на двери так все похоже. В некоторых машинках еще руль вертишь, и колеса вертятся. Ну, это прям вообще крутые машинки. Но чем больше машинки на воротах, тем она дороже стоит, соответственно. Реально похоже на Хаммер. Такая вот машинка. И сюда можно что-то еще положить было. Здесь колесико было, ну, сзади запасное. Оно еще даже, наверное, работает. Вот ты, типа, ее так откатываешь? Не, не работает. Обычно ты ее назад катишь, колеса заряжаются, отпускаешь. О, работает. То есть ты ее так вот заводишь, типа, назад отпускаешь. И она едет вперед. Да, работает. То есть, даже еще что-то целое есть. Обычно мы все ломали. Альфа Ромео такая вообще крутая. Прям выглядит как новенькая. Мы ее тоже не сломали, наверное, да? Что? GTA? GTA? Она из GTA? Я люблю GTA. Любил когда-то. Тоже работает. Чувствуется, тяжелее тянется. Да, работает. Красиво так смотрится. Альфа Ромео. GTA. Здесь, естественно, ничего не открывается, кроме дверей. Открываем двери. И здесь и на дверях, типа, вот эта вот панелька есть. Сиденье, рычаг. И здесь видны прямо и спидометр, там все такое, руль. Похоже, как на настоящую. Такая вот целый автопарк тут собирается. Даже, наверное, не так. Не так, а вот так. Потому что у нас еще вот одна есть лимузинчик. А лимузинчик уже машина серьезная. Такая большая. Модель чайна. А здесь работает? Работает, ничего себе. А все, уже не... Я сломал, да? А, ну заедает просто.
Ну, здесь что? Так он выглядит, лимузин. У него капот открывается. Там видны его внутренности. Мне прям нравилось. Мне почему нравилось, вот когда капот открывается. Типа едет машинка, там едет. Вдруг раз сломалась. Открывается дверь. Выходит пассажир такой, типа. Из нее выскакивает такой. Так, что у меня там сломалось? Открывает такой капот и типа чинит. Починил, закрыл, сел, поехал. Ну и вот. Тоже приборная панель, что-то наклеена. Сзади открывается. А там места много. Чемоданы лежат. С этой стороны. И еще даже люк открывался. Мне тоже это нравилось. Самое интересное, что они еще такие целенькие. Ну и, по-моему, все. Наверное, машинок больше нету. Хотя нет, есть еще одна. Я ее тоже у друга выменял. А это наклейки мы с кассет клеили. Она, правда, вся такая разбитая. Там бумажка подложена, чтобы она не болталась. И здесь только много на обратной стороне всяких штук нарисовано. Ну и здесь... Мы тоже, она была белая, но мы тоже все закрасили полностью в черном. Это же нам не лень было сидеть все за маркером закрашивать. Вот такая вот машинка. И сюда, кстати, круто человечки залезали. По-моему, мы их так вот катали. Да, вот так вот они садились у нас и поехали. Приезжает, легко достается так вот. И все, человечек погнал. Вообще, круто на самом деле было. Играли мы прямо в эти машинки, заигрывались прямо. Вот такая вот коллекция машинок. И так вот раз, мановением, все исчезает, остается одна. Оказывается, она, если ее потянуть, снимается. И может просто как грузовичок только здесь без ничего. Вот. Короче, ну вообще классно, классно. Мы играли, прям столько всего у нас было, столько всяких машинок. И особенно, когда они вот так вот разбирались, собирались, и столько у них всяких штук было, это вообще круто. Такое мы любили. Потом еще такая вот штука у нас была, типа шарики. Ну вообще оно разобрано, типа в каком-нибудь состоянии. Сейчас. Ну вот типа так. А тебе нужно, чтобы все цвета были одинаковые. И ты начинаешь, типа, как это сделать? Начинаешь вот убирать, например, здесь что? Зеленый. Нам нужно соединить цвета, чтобы были одинаковые. Допустим, вот так здесь собраны два цвета, три цвета собраны. Так, остается остальные собрать. Значит, нужно оранжевый. Нет, не так. Вот так оранжевый. А сюда синий, зеленый сюда, оранжевый сюда. Так, потом вот так, вот так, вот так, вот так. И получается, что нужно белый как-то туда, оранжевый сюда. И ты тогда вот так делаешь, вот так. Так, а как тогда так сделать? Вот так, вот так. Вот так, все, собрал. Ну, вот таким вот образом такую штуку мы собирали из шариков. Интересно, довольно-таки штука была, ну, если она разобрана, собрать. Когда она собрана, не, ну, в таком состоянии, когда она собрана, ломать ее неинтересно. Но когда ты, ну, например, ну, собирать ее интересно. То есть, ты, например, даешь кому-то, говоришь, на, разбери. Он возьмет тебе тут наломает все, абы как намешает. А потом ты сидишь, собираешь, и вот собирать интересно, а ломать не интересно. Это еще так вот закрываешь. Так оно может уйти, а так ты вот закрываешь, и все, оно уже никуда не уйдет. И даешь кому-нибудь, на, сломаю, сломал. Ну, в смысле, перемешал. Говоришь, на, перемешай. И тогда ты уже собираешь, тогда интересно собирать. Помимо этого еще был кубик-рубик. Но кубик-рубик я ни разу не собирал, это реально сложно. По-моему, чтобы его собрать, я его разломал.
все сложил. Ну, там, по-моему, сверху можно было достать частичку, подковыриваешь ее, достаешь, и тогда остальные легко достаются. И тогда все собираешь как надо и собираешь. Вот так я собрал. А именно, чтобы саму собрать, не получалось. Еще был треугольник. Это как кубик Рубик, но у него не много сторон. У кубика, по-моему, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сторон. А у треугольника четыре стороны. То есть снизу одна, вторая, третья, и здесь четвертая. И такой, ну, такой треугольник просто стоит. Две стороны здесь, третья там, и четвертая снизу. Вот треугольник, по-моему, или не собирал. Не помню. Может, и собирал один раз, а может, и нет. Не помню. Был еще треугольник и пятнашки. И вот эту штуку, вот эту, я легко собирал всегда. Пятнашки я тоже всегда легко собирал. Ну, это такие вот, такая вот, как бы такая пластиночка, и на ней какой-то рисунок. И этот рисунок кубики из кубиков, и кубики двигаются на нем. Ну, кубики разбираются. И я его легко собирал обратно. И вот эту штуку легко собирал. А вот кубик Рубик никогда не собирал, а треугольник не помню. Может, и собрал один раз. А может, и тоже разломал и собрал. Вот такие вот у нас были штуки. И еще забыл одну машинку показать. Я просто хотел ее совсем показать, но она где-то там в стороне осталась, и я ее не заметил. Ну, в общем, такая вот машинка. Ничего такого особенного. Так что просто получается... Я ее только сейчас заметил, ну и решил показать. А то она вроде рядом лежит, но в кадр не попала. И вот мы во много что любили играть. В Kinder я уже показал. Потом что еще показал? Машинки показал. А еще были солдатики. В солдатиков мы тоже любили играть. Ну, то есть у нас везде свои игры были. На машинках мы там устраивали то, что приехали, они там уехали, там что-то делали. Киндеры тоже, у них своя жизнь была. Еще были солдатики. Это когда мы играли во всякие... Ой-ой-ой. И мы играли во всякие войнушки, типа. И чего у нас только не было, этих солдатиков. Ну, причем солдатики были разного типа. Ну, не то чтобы солдатики, а вот... Ну, типа вот... Такие вот герои. Ну, солдатики в каком плане? Есть солдатики маленькие, просто фигурки. Они где-то, кстати, здесь есть. Нет, здесь нету, в другом пакете. А это были такие... Подвижные солдатики. Есть солдатики неподвижные, мы в них играли, типа, фигурами. А есть подвижные, типа, вот таких вот всяких вампиров, там, Человека-пауков. Это Человек-паук. И тоже, чем больше всего вертелось, тем нам больше нравилось. Вот у него ноги двигаются. И руки согинаются. Но это, кстати, редкость. Обычно руки не согинаются, и голова двигается. И вот мы, типа, играли так, типа, встречаются два таких... Он такой, типа, эй, уходи отсюда, это моя территория, иначе тебе не поздоровится. Он такой, нет, это тебе сейчас не поздоровится. И вдруг он до его такой, хватит, такой, опусти. Он такой, нет, и таким кулаком здоровым своим, так, он такой, он такой, и так, ну все, и так, фух, с разворота как-нибудь так падает. И тут вдруг, например, где там еще один был такой же. О! Вот этот. Такой, это такой, все, ты побежден. И вдруг вот такая рука здоровая такая. Сзади, хвать, и просто об землю так, а что, поворачивается, а он такой, хвать его руками, так, фух, а ты же вампир, и такой, хс, и я такой, ха-ха-ха, и так только, фух, руками так об землю, так, фух, и упрыгнул куда-то, а я такой, а я такой поднимается, а это же тоже вампир. И тоже такой, подкрепился. Или, например, не понимается, такой, ползет такой побитый.
попил крови, такой, о, добренько. И у него, кстати, на руку прилетала мышь. Здесь где-то мышь была, а во, на руке у него мышь сидела. Она, кстати, может ему помочь. Или, а, это по... О, аж камера упала. Даже камера испугалась. Пауку... Это реально паук? И пауков даже камера боится. Вот она упала только что. Короче, ой, мы тут так устраивали такое. Бои были серьезные. Реально серьезно. Это ж чем больше у нас человечков, тем дольше, интереснее и сложнее длился бой. Это. И тут вообще столько всего, это просто. Просто здесь столько всего. И столько человечков. И вот все. А, вот! Вот этот человечек, про которого я говорил. Он сидел в машинке. Вот на этой машинке сидел тот человечек, про которого я раньше говорил. Даже надо, я уже давно не видел ту машинку, ну, много лет, 10-15. И вспомнил, что здесь сидел клоун, и вот он реально. И вот он валялся со всеми этими человечками. Вот. Возможно, здесь еще что-то найдется именно от прошлых игрушек. И вот таких вот у нас героев всяких разных много было. И нам было интересно. И причем каждый, ну, играл свою роль. Если это Человек-паук, то мы представляли, что он его раз там, фух, паутины. Он такой, а не может выпутаться. Если это вампир, то он может там укусить там или еще что-нибудь. Если Бэтмен, то он на плаще своем может улететь куда-нибудь. Ну, реально, мы вот играли, насмотримся всяких фильмов, где мы, ну, где знаем, у кого какие способности. Ну, и все, играли, ну, этими человеками, человечками, зная, какие у них способности, что они умеют делать. Там, ну, реально интересно было, как бы. А где-то вот, я не помню. Это Робин, наверное, не Бэтмен, а Робин. Но мы тогда не знали, как их зовут, мы просто играли. Где-то мы прям, ну, так сильно играли, что сломали вот ногу, и на нитке вот оно висит. Кого-то мы даже вешали. Или что это мы с ним делали? Ну, а шея замотана, мы, наверное, его вешали. Ну, вот, ну, это были, на самом деле, жесткие бои. Здесь прям... Ну, естественно, они дрались друг с другом, потом кто-то кого-то убивал там, потом кто-то его убивал. Ну, и так пока не останется. Потом бой заканчивается, все. И потом ты уже наигрался, уходишь. А завтра уже, например, другая история. Там все по-другому сюжет. Ну, естественно, уже все заново. И уже человечки уже все живые. И заново начинается уже там... Игра по-другому начинается. Все заново. Ну, в общем, правда, здесь столько всего. Я даже не знаю, как это все показать. Это прям жесть. Надо как-то сейчас отсортировать это все. Ну, вот это все большие солдатики. Есть еще и маленькие, типа вот таких вот. Ну, это отдельные комплекты, я его тоже покажу. И порой даже маленькие встречались с большими. Но только было как-то один раз, и было неинтересно, когда такие напали на таких. Я не помню, по-моему, такие легко победили. Но так было неинтересно. В общем, есть Бэтмен. Причем их два одинаковых. Полностью одинаково. Наверное, я не знаю. Здесь еще сзади у них что-то было, не помню, что. Крылья, наверное. Наверное, попросили купить нам Бэтмена и нам двух разных человек. И нам одинаково купили. Вот такой вот Бэтмен. Потом есть такой вампир с длинными руками. Почему у него руки можно снять. И сюда можно другую насадку надеть. Но я не помню, что еще может на него надеваться. У этого же руки не снимаются, они снимаются. То есть ему тоже можно что-то другое одеть. Хотя, может быть, даже это не у него было, а у него паук был. Может быть, даже паук был и у него. Я не помню. Не помню, у кого был паук. Но к нему он больше подходит как-то, он весь такой... Весь с такими щупальцами. И тут паук такой. Человек-паук потом был у нас.
Этот был... Ну, у них руки снимаются. По-моему, из рук что-то одевалось, но я не помню, что. По-моему, у нас не было, что ему одеть. И такой вампирчик тоже был. Но у меня его не было, ну, как бы... Я обычно играл с такими солдатиками, вот с такими. Таких у меня много было, они дешевые были. И вот с такими я часто играл. И они там, типа, дрались друг с другом, там, кулаками так друг на друга, типа, нападали там так друг другу, на, и он ему на, ногой, там, он его ногой. И еще круто было то, что им в руки можно что-то дать. Ну, то есть, например, вот к этому... Так, тут у меня какая-то штука прилипла. Ему я даже прикрутил сюда резинку, чтобы он мог на себе таскать, типа, оружие. Идет такой с оружием на спине, потом раз такой в руку берет его. Правда, руки уже поломанные. Ну, и в руках держит оружие, допустим, такое. Естественно, все сразу меняется. Такая пушка, ничего себе. Ну, вот серьезная штука. И таких солдатиков у нас было много. Об этом говорят ихние головы, которые хранятся в отдельной баночке. Так, это что-то лишнее. Вот эти штучки лишние. Это от каких-то роботов были, я не помню от какого. Типа вот такого. Так. Это все лишнее. У нас даже черепашка-ниндзя, по-моему, был. То есть, вот, голову. Мы почему-то обломки не выкинули. Вот. Таких вот... Оно даже похоже чем-то на него. Вот были такие персонажи. Их много было у нас. Какие-то цветные, какие-то нецветные. И почему-то именно головы мы оставили, как маньяки какие-то. Головы, три головы. То есть, как минимум, еще три таких человечка было. Такую голову оставили. Рука от такого человечка осталась. Голова от такого только немножко другой был. Человек-паук, его уже здесь нет, но голова осталась. И даже нога черепашки-ниндзя была. Черепашки-ниндзя здесь тоже нет, но когда-то у нас был. Ну, просто мы их жестко ломали. И как бы все, что от них оставалось, мы потом либо выкидывали, либо оставляли. Вот, например, как этого сломали, вот у него ноги вообще висят. Мы тут на какой-то нитке их привязали, и все, они вот. А так вот он. И тоже он участвовал в боях, там, вот ему в руки что-то можно дать. Пистолет мы ему давали. Мне нравилось, что в руки ему можно что-то дать. Например, раз пистолет. Хотя у него в руках другое должно было быть, это же типа пожарник. По-моему, что-то у него в руках было вот такое. Типа это пожарник. Но так было неинтересно. Естественно, мы использовали его совершенно по-другому. Он у нас был воином, как и все. Тот, кто умеет что-то держать, умеет, должен воевать. И типа мы постоянно там перестрелки устраивали между ними. Вот это на мотоцикле сидел. Мотоцикл, правда, сломался. Ну вот у него такая штучка, он садился на мотоцикл. Мотоцикл тоже у нас был, правда, он уже сломан, но он держался за рулем. Сзади мы кого-то садили просто, ну типа, например, вот так на мотоцикл кого-то посадили сзади, и он поехал. Вот этому хорошо все в руки подходило. Хочешь вот эту штуку, дай ему в руки. Пистолет. Еще что круто, что у них руки резиновые, то есть она вот может разгибаться, то есть во. Разогнуться и согнуться. Соответственно, ему даже тот пистолет, который не подходит, можно дать. Вот у этого руки пластмассовые. Соответственно, ему только на такую длину что-то влезет. А если ты, бывает, ставишь что-то большое, рука ломается. Она уже вот побелела, мы сильно что-то большое вставляли. А бывало так, что она вообще отламывалась. А здесь, ну, это было не очень. А здесь резиновая, ты можешь что хочешь сюда. Хочешь вот пистолет, хочешь топор там возьми. Мне нравилось, ты подошел там топором кого-нибудь. На! Или там, или даже такую штуку возьми. Правда, она ему не особо, ну, здесь такое расположение рук неудобное, но, в принципе, он может ее, ну, ее может взять, да что угодно. Может, она даже на нем и висела, я не помню. Но к нему хорошо подходит этот автоматик, как раз под его маленькую руку, вот так, типа. И даже можно в две руки что-то дать.
Мне вообще нравилось, когда можно в руки вставлять что-то. Приходит такой, стоять. Или приходит, например, когда ты говоришь, да, оружие, он сдает. А потом раз, например, откуда-то из кармана так типа, ну, я делаю, типа, чтобы видеть, что у меня нет оружия, а потом раз, как будто из кармана откуда-то, или за пазухой, хопа. И вроде бы, когда он должен быть без оружия, но с оружием, и раз, на всех стреляет. Короче, ну, прикольно было, мы так играли. Столько всего было. Ой, солдатики такие, тоже в руках что-то они держали. Мы даже одежку для них делали, вот типа-то на робокопа. Куртку такую сделали из ткани. Одевали его. И робокоп бегал. Бегал с в одежке. За робокопа мне, кстати, нравилось играть. Потому что, типа, вот если стоит солдатик, допустим, у него стреляет, ну, кто-то стреляет в него, он такой, типа, и падает, все. Он уже не участвует в бою. Другие там участвуют. А робокоп, типа, такой выходит, типа, такой, приезжает такой. Так, всем стоять. Все такие, да, нет. И давай им будем стрелять. А он такой идет, ему все равно. Типа, все стреляют в него, он такой идет, ему все равно. И только, например, кто его мог остановить? Это у меня где-то здесь была. Вот такая штука. Ракетница. Тогда кто-то из них берет, например, вот этот, например, ракетницу. Правда, тут ракетница такая. Больше, реально, больше, чем он. И тогда, да, если с ракетницы стреляют, тогда уже робокоп, все, он типа падает. А так... Так вот он идет, если у него просто стреляют с каких-нибудь оружий, типа даже хоть с таких стреляют, он идет, ему все равно. И тогда он достает свое оружие, правда не помню, какое у него было, может быть это и было его оружие даже. Может быть даже это его оружие было. Типа достает такой, типа, все по нему стреляют, а он пью-пью-пью. А если что не так, у него отцепляется рука, и вот достается, и тогда вообще перевес идет жесткий. Тут и пулемет, тут и, по-моему, это что? Это, по-моему, ракетница. Вот это пулемет верхний, это ракетница, а это огнемет. Он просто заходит и просто разваливает всех. И это такое, ну, мне интересно было, я играл. И было такое, что, типа, если, по-моему, у него батарейки стояли, а здесь кнопка, нажимаешь, он, я не помню, что он делал, может, песни пел. Но для меня это было, я это все сюда выкинул. Для меня это было типа блок управления. Типа он идет такой, всех типа убивает, никто его остановить не может. И вдруг раз сзади кто-то подбегает, допустим, например, девчонка такая резко, открывает этот блок и раз его там и вырубает, все, он остановился. Хоп, она его такая перепрограммировала, и он уже за них пошел. Короче, ой, много здесь такого всего интересного было. И все это вот мы играли так. Ну, вернее, я играл. Вот так-то. Было тут все всякого. Собака с кем-то тут бегала, могла укусить кого-то. Такой вот солдат. Ну, я его уже показывал. Это Робин, по-моему. Ну, такой же, как этот, только немножко... Немножко по-другому у него держатся там ноги, все такое. Это тоже Бэтмен. Весь такой замученный, он рука поломанная. Ну, мы их сильно ломали, этих Бэтменов. У этого нога, как бы... Она вроде бы есть, но она поломана. То, что мы сильно воевали, как бы мы сильно сражались друг с другом. Солдаты тут вообще сильно сражались друг с другом. Тут такое было, что и тут и роботы нападали. Вот такой вот робот идет. Его, естественно, по нему стреляет, ему все равно, зато он своим оружием стреляет. И раз такой кулак резко, хопа. И, короче, вообще жесть. Вот такое творилось. И ноги у него двигаются. Он даже, я, по-моему... И прыгал так как-то жестко. Короче, тут реально все жестко было. И пожарники тут все-все-все бились. Не шуточное такое сражение было. Так, здесь у него рация была. И нож. Мне нравилось еще с ножом. Когда нужно было подкрасться, он такой подходит тихонечко. И так, опа, и все. Ну, короче, интересно было. И это, кстати, все большие солдатики, которые у меня сейчас есть. Да, остальные все уже поменьше. Эта голова не его, здесь другая голова была. Но почему-то, я не знаю, почему у нас сильно головы отлетали, ну, быстро и жестко. Наверное, мы прям со всего размаху так вот били прям. Ну, естественно, ты же куда бьешь? Ногой в лицо, рукой в лицо бьешь. Естественно, ломалось все.
Так, по-моему, кого еще не показал? Ну, динозаврик был такой. Мы его отдельно покупали. Еще я вот покупал такой конструктор. Ну, типа, это вообще была штука разобранная. Ты, типа, должен был собрать. Я собирал сам с нуля, типа, робота такого. Ну, он был просто по кусочкам. И на ногах еще такие штуки были. Но они отвалились. По идее, это был такой вот робот. Я там тоже поломался такой вот робот. И у него тоже какое-то оружие было, я не помню. И все это вот солдатики. Ну и вот получается, всех солдатиков вы уже видели, больших. Их можно спрятать в коробку. А сейчас я покажу их оружие. Ну вот, это в основном все их оружие. Вот даже часть от мотоцикла, на котором ездил этот мотоциклист. Имею в виду вот этого. Вот он сидел такой, держался за руль, причем у него такой крутой мотик был, что прямо с пулеметом. То есть, вот он, руль мотоцикла был, и здесь две пушки. Вот он сидел так вот за этим мотоциклом, и здесь две пушки было, и он уже мог ехать и стрелять. И вот такой мотоцикл был, на нем и он ездил. Вот. Ну и остальная куча оружия. Дробовик такой большой, правда, не помню, от кого это все. Два ножа, пистолетик, фляга. Это от пожарников было, от тех. Типа вентилятор, чтобы тушить. Это тоже, по-моему, наверное, от пожарников, чтобы, типа, резать, ну, открывать, если там. Ну, они же как бы спасают, если кто-то застрял, взять так зубами и сломать то железо, за которое кто-то застрял. Потом огнетушитель, чтобы потушить. Потом еще этот гидрант, чтобы тоже с него воду брать. Это тоже, по-моему, для пожарников было, чтобы резать, типа, они металл там резать, а это, чтобы гнуть металл. Это все от пожарников, вот это вот все было. Вот дробовик, не помню, от кого был. Так, аргентия, не помню, от кого, но мы так вот часто на голову вешали, чтобы, ну, типа, проще было носить. Короче, много всякого оружия. Копье какое-то, это, кстати, тоже от пожарников было. Я вот взял в руку то, что вот у нас гранаты появились потом со временем. Одна граната, вон вторая, третья. А пока их не было, мы доставали, по-моему, из пистолетиков или откуда, такие штуки выковыривали из пистолетиков, которые пульками стреляют. Это они, по-моему, вот это. Да, это из обоймы. Здесь была пружинка снизу, а это пульки держала. Это типа была граната. Типа это ручку брали, вставляли вот этой нижней штукой в руку, а верхняя типа разрывалась. Вот это типа было гранатами нашими. Палки тоже в руки просто давали. Откуда-то выломали такой стержень, типа палкой. Типа, вроде обычного посоха было, бились. Потом цепочкой скрепили два стержня от ручки. Это типа были нунчаки такие. Вот. Это тоже из какой-то машинки. Шестереночка. Это типа ручка. Это, ну, то, куда вставляешься, ручка. Это типа был меч, который достается. И мы так бьемся. Короче, всякого разного придумали. И обязательно мы оружие хотели почему-то куда-то повесить. Вечно такую штуку привешивали, чтобы оно висело на человечке. Вот такая штука была. Что-то, мне кажется, она не сильно в фокусе. А вот теперь уже в фокусе. Да, так получше. Видимо, когда Xiaomi долго снимает, устает. Такой пистолетик был. Ну, короче, всяких разных винтовок хватало. Это вообще какое-то типа инопланетное. Мы что, намотали всякой штуки зачем-то. Рации даже были у нас. Фляга. Это тоже какая-то инопланетная пушка была. Кстати, с тем космонавтом белым, который я показывал. До этого топор тоже, может, с пожарными был. Дробовик такой толстый и здоровый. Ну, мощный. Реально, такой дробовик бы сильно убивал бы. Так, такие всякие штуки. Это больше на снайперку похоже. Как на скар какой-нибудь. Это от Робокопа. Такая пушка. А это, по-моему, даже не отсюда. Это, наверное, от солдатиков, которые мелкие.
По-моему, у них, хоть они маленькие, но у них такая здоровая пушка, по-моему, была. Если я не ошибаюсь. Реально, по-моему, мне кажется, вот эта пушка от них была. Они где-то там ставят у себя в окопах, и она бух-бух. Такая, типа, противотанковая, мне кажется. Это нож, типа, как такой, как в CSGO Bowie, типа, такой большой. Этот какого-то роботика было. И да, у нас еще маленькие роботики раньше были, сейчас их уже таких не осталось, от них эти пистолетики были. Это молоток. Такой, может быть, даже тоже с пожарниками был. Такая вот штучка. И вот это вообще мощное, типа, кому-то так в руку ложилось. И здесь такая ракетница была. И, да, когда у нас появились такие оружия, типа, вот такого мощного, так мы прям, тот человек, у которого... Вот эта вот пушка мощная, он реально сразу перевес брал во всем бою и всех побеждал сразу. Всегда, когда... Или когда я покупал нового кого-то, всегда он, типа, был крутой, всех побеждал. А потом приходит, еще кого-то нового куплю, все, он же, он крутой. Пока я... Ну, пока я им не наиграюсь. Когда наиграюсь, уже он обычный становится, и там уже дальше как получится. А так он пришел, он, типа, новый, такой крутой, все такое. Вот. Такое еще копье было, но я не помню, где оно было и с кем. Довольно-таки интересно, а то здесь такой прям череп. То есть не просто копье, а еще и с черепом. Вот это оружие всех этих солдатиков больших. Оно даже ему вставляется сюда на спину. Это реально было от пожарников. Типа они такие ходят там. И, по-моему, даже можно в руку ему это дать. Правда, он, наверное, выскочит. Из спины выскочит, а может и нет. Ну да, вот типа так он должен делать. Короче, я помню, что это от пожарников. Ну, этого у космонавта я вот это вот имел в виду. Но здесь тогда голова другая была. Просто я не знаю, мы сильно головы ломали. Еще у нас был персонаж, у которого на руке был такой нож. Типа вот он так приходит, потом если что, опа, разворачивает и все. Реально, круто было. И вот нашел пистолет для Робокопа. Это реально его пистолет, я вспомнил. Не тот, который я показывал, а вот этот. Настоящий, мощный пистолет Робокопа. Он здоровый. И пробивает он тоже сильно, потому что там... Ну, по нему видно... Что он мощный. Но с Робоковым на самом деле приятно было играть. Ну вот еще нашел эти вот мигалочки от этой машинки, про которую я говорил. С ними так, ну, поинтереснее смотреть, зачем без них. Еще я такого покупал, скелетика фосфорного. Он был весь пластмассовый. Я такой нашел скелетика, и он светится в темноте. Ну, просто как брелок такой. И нашел еще точно такого же, только железного. Правда, у него все уже сломалось, но в целом он был такой вот. Я тогда у кого-то увидел, мне понравилось, я себе такого захотел. Вот купил. Вот такая голова, скелет, это рука, и перед рукой еще там было. Короче, вот так вот он выглядел. Хотя, по-моему, руки у него не такие длинные были. Это я уже... Да, здесь... Это я уже лишнего понаприцеплял. Одну лишнюю прицепил. Ну и ноги там тоже висели. Еще была такая вот техника от маленьких солдатиков. Вот от таких вот. Они там где-то стояли. И все это было у них, ну, как бы в распоряжении. Кто-то где-то стоял, что-то где-то кто-то лежал. А, это как-то он так стоит, это уже сдается, видимо. Кто-то где-то лежит. Ну, такое, довольно-таки интересное. Причем солдатики тоже разные. Какие-то вот побольше, какие-то поменьше. Ну, то есть разные наборы были. К примеру, видно, что наборы разные. Эти побольше, эти вот один, эти примерно... Ну, такого же размера, но видно, что он худее и сам, ну, по-другому выглядит немножко.
То есть разные наборы. Но в целом солдатики. Ну, тоже такие вот были. И вот как бы это их техника. Тут и как бы и самолеты такие вот взлетали и летали. И у них и даже такие вот были типа стелс. Вот. И машинка была такая вот маленькая. Правда, как такой большой солдатик поместится в такую машинку? Ну, это как-то странно. Но с ними шли такие машинки. Ограждения были, типа колючая проволочка такая вот. Бочки какие-то с огнеопасным знаком. Бочки с ядовитым знаком. Danger Combat Set. И какие-то снаряды, не разорвавшиеся. Или что это такое, тоже с какая-то... С ядовитым чем-то. Ну, такая лодка шла. Ну, в такую лодку они реально залезут. Как раз для них. Но в такую машинку, ну, что-то вообще как-то не очень. Ну, раза в три больше, чем она. Ну, танк такой к нему подходит, да, тут действительно. Если он там сядет, как раз бы он там спрятался. И такой пункт лечебный для такого солдатика тоже как-то. Ну, это, вот как он туда влезет. Ну, лежа туда, что ли, заползать. Ну, просто это все разные наборы были. Поэтому, может, я не помню, может, это не от них было. Может, это вообще отдельно продавалась просто техника. А солдатиков мы отдельно покупали, я не помню. Вертолетики такие были. Вот. Ну, и сейчас самих солдатиков покажу. Это просто приложил солдатиков, чтобы понятно было, от чего это все. Но здесь так-то техника. А сейчас самих солдатиков покажу. Ну, а вот все они сами солдатики. Правда, я еще одну техничку забыл. Это такой вот мотоциклик. Хотя никто из них так на нем особо и не посидит. Но он шел с ними. Сюда больше подходит вот этот железный человечек. По-моему... Я его и катал на этом мотоцикле. Хоть он отсюда, естественно, железный такой человечек не будет продаваться с пластмассовыми игрушками. Но он сюда идеально подходит. По-моему, у меня он на нем ездил. Хотя он, у него тоже какая-то была своя. Он ножками за что-то цеплялся. Но я не знаю, от чего я его у друга вымел. Интересно было бы такой вот набор игрушек посмотреть из таких вот железных солдатиков. Тем более, что они же и не сломаются никогда. Вот такая техничка. Получается, флаги разных стран были. Ракетницы такие здоровые. Телефон. Хотя сложно представить, как такой солдатик будет разговаривать по такому телефону. Это вообще жесть. Но тем не менее. И как он будет смотреть в такой бинокль? Он всем лицом в одну штуку может смотреть, а у него их аж две. Как он так? Да вообще. Вот. Потом патроны такие были у них для каких-то снарядов. Ну и сами солдатики. Ну тоже было интересно, как бы... Просто тут их особо не разложишь на кровати, они все падают. Ну вернее, их не поставишь, они все падают, приходится ложить. А так всех расставляли. Кто-то стоял типа на стороне, ну, как часовой такой стоял, охранял. Кто-то там уже, ну, смотря где, а кто-то там в атаку куда-то бежал там или разведывал что-то. Кто-то вот шел куда-то с таким вот оружием. Довольно-таки интересно было. Но этих солдатиков мало, и они все почти что одинаковые. А вот таких вот много, и кто-то вот уже сидел в боевой готовности, кто-то тоже так шел, уже оружие тоже наготове, кто-то лежал уже, целясь. Ну, эти в большей боевой готовности. Хотя и у этих есть такой, который уже гранату кидает, он замахивается гранатой. Вот. Кто-то... Это больше на какой-то, кстати, огнемет. Да, это огнемет, тут сзади баллоны. Я вижу уже потому что он держит в руках, что это больше на огнемет. Это просто куда-то крадется.
Этот стоит целиться. Ну, такого мы уже видели. Этот сдается. Стойте, стойте. Не стреляйте. Это сапер идет минующий. Тут свой миноискатель. Ну так, интересно. Это в те времена. Сейчас, конечно же, мне уже не интересно. Тогда было интересно. Этот там по рации кого-то вызывает. Рация прям... Самое интересное, что она прям шлема касается. Вот это все мы видели. Вот этого тоже видели. Этот что делает? Этот просто типа здорово такой. Да. Такой. Лежа тоже мы видели. Этот заряжает в ракетницу снаряд. Это с рацией, это гранату кидает. Этот с пистолетиком, такой с биноклем. Ну, точно разведчик. Так, ну и все, да, все, всех видели. Этот просто стоит такой с ракетницей наготове. Вот такие вот солдатики. Больше тут у них ничего и нету. Как-то вот солдатики лежат и лежали, к примеру, в такую, ну, также лежали примерно киндеры. Так вот, киндеры было интереснее смотреть, чем солдатика. Солдатики как-то, ну, они все так одноцветные, как-то, ну, просто именно играть с ними, ну, понятно, когда ты, ну, сейчас мне уже не интересно играть в них, а в то время мне было интересно играть. А вот сейчас смотреть на них так не особо так вот. На киндеры было интереснее посмотреть, чем вот сейчас на солдатика. Даже вот просто мне самому посмотреть, на киндеры было интереснее просматривать их, чем вот солдатиков рассматривать. Вот так что, такие вот солдатики. Техника и солдатики. Ну так, в целом их в комплекте их много получается. Ну, вместе с техникой, так это здесь вообще-то, да, если так всех сложить, это вообще целая куча будет. Если еще и сюда технику высыпать... Вот. Но это еще не все. Есть еще кое-что. И еще есть у меня такая коробка с Лего. Здесь мы померили 2 килограмма Лего. То есть это вот такая огромная коробка. Если его высыпать, это просто. Здесь его столько будет. Самое интересное, что здесь столько всяких было, как это сказать, фигурок из Лего, которые можно... Ну, готовых. Мы же обычно покупали готовую фигурку, например, машинку там, или там какое-нибудь здание, замок, например, и разбирали его и собирали с него что-то другое. И вот если бы это все сейчас было собрано, здесь бы столько всяких интересных фигур было. Там какие-то и военные фигуры были, и просто какие-то машинки, и вертолетики, ой, чего там только не было. И островок со всякими сокровищами. Там вообще круто было. И подводник, по-моему, и повозка была вот такая средневековая. Столько всего интересного было. А сейчас это все разобрано и просто в коробке. И теперь, ну, ты уже то не соберешь, потому что то, что здесь было, те фигуры, которые здесь были, от них уже не осталось ни инструкций, ничего, ни коробочек, по которым они все это собирались. Есть только вот просто 2 кг Лего, 2 килограмма Лего. И твоя фантазия, то есть куча Лего и ты. Вот что хочешь, ты делай. И, кстати, это еще не все. Есть еще кусочек Лего. Сейчас. Вот такой домик есть. Мы тогда когда-то начинали что-то строить, такое основание. Видимо, для этого домика строилось. Там даже какой-то типа компьютер мы строили. Такие всякие там клавиатура видна. Какие-то циферки. Планета типа спутник. Смотрим за спутником. И здесь какие-то приборы, рычаги, радар. Здесь все такое. Какой-то там военный стоит. Да, здесь из этого много чего можно было построить. То есть вот этот вот домик. Вот эти 2 кг. И еще... И еще вот это сверху. Машинка. Причем здесь даже золото у нас было.
Там, ну, реально такие, типа, монетки лежали. Пластмассовая, покрашенная в золотой. А мы еще, типа, бумажных денег наделали и написали там 110. Наложили в сундук тоже. Я могу сейчас его высыпать, но это даже в кадр не влезет. Не, влезло. Вот это все мое лего было. Я в лего я очень любил играть. Это вообще, ну плюс еще вот это вот все сбоку. Я очень любил играть в лего. Я мог, я не знаю, часами сидеть, собирать что-то, какие-то фигурки. Тут столько всего на самом деле. Нет, даже вот это такая мини-повозочку я делал. Мини такая повозочка. Здесь что-то начинал делать, какой-то длинный такой. Длинный такой какой-то вездеход, наверное, собирался быть. Здесь вот и коник какой-то есть такой. Здесь много всего, но здесь в основном все разобранное. Как в этом во всем разбираться? Это только... Кстати, лодка здесь у меня была и большая, и маленькая. И снегоход. И здесь тоже я устраивал всякие стрелялки, вот всякие были оружки, ружье было. Это, по-моему, был или водолаз, или космонавт, кто-то такой, не помню. Не водолаз, потому что щелочка есть, ну так кто-то, не помню. И даже когда... А, во! На этом конике, я вспомнил, на этом конике был персонаж с такой короной. Я помню, что я когда его купил, у него еще меч был такой серебристый, большой. И я когда его купил, он такой, типа, пришел к тем, кто у меня уже есть, сказал, эй, вы и я, типа, ваш король. И у меня корона. И они, типа, такие, увидели, что у него корона, и, типа, такие, ну... И, ну, поверили, что он король. А он и правда был королем. И стали, ну, как бы, его подданными. Еще такой был пистолетик. Чего было и есть, как бы. Но мне не нравилось то, что с него краска слазит. А вот точно такой же, но с него краска не слазила. И мне он нравился. Еще какая-то была антенна такая спутниковая. А может... Ну, что-то такое было, я не помню. Но это, по-моему, не здесь стояло. Это я уже сюда приделал. Она стояла... По-моему, в другом месте где-то. На чем-то другом. Даже какой-то экскаваторчик такой был. С такой вот штучкой. А жалко, что все разобрано. Если были бы детали готовы, ну, фигурки бы готовые были, которые изначально мы покупали, было бы интереснее посмотреть на это все, сколько, ну, всяких фигурок у нас было классных. А так это просто все куча всякого разобранного лего. И, ну, естественно, я сейчас его собирать не буду, потому что, чтобы это все, из этого всего собрать один такой большой, огромный, крутой объект, замок, например, какой-нибудь, или какую-нибудь базу, ой, это столько, это целый день уйдет. Реально, целый день будешь сидеть собирать. Вот от повозки остались такие колесики. И человечков здесь много всяких. Это все мое лего. Даже вот такая лодка была уже готовая, неразборная. Ее можно было на что-то одеть. В нее можно было что-то поставить. Здесь какой-то фонарик, по-моему, был, типа какого-то такого. Нет, ну не такого.
Ну, может быть, какой-то такой был. Или даже такой, ну, как такой. Только такой оранжевый, наверное, или желтый фонарик, типа такой был. А может, и такая просто пимпочка светилась. Но двери это точно от замка какого-то были, потому что, ну, они реально здоровые. Вот если с человечком сравнивать. Ну, я же говорю, был замок у меня. Уже, ну, как в коробке продавался для сборки замок такой. Еще мне нравились такие машинки. Ну, или просто, или тоже какие-нибудь домики, у которых... Ну, в основном это было в машинках. Открывалась так вот крыша, или закрывалась, или не крыша, а двери, и еще на проветривание так можно было открыть. Это было реально круто. Такие фигурки у нас. И мне нравилось то, что здесь есть какие-то такие, типа, технические устройства, там какие-то показания, там, и рычажки всякие строил. Даже вертолет, по-моему, у меня был. Военный я покупал, да, из Лего. Здесь видно, что по цвету деталей, таких вот зелененьких, что это было военное. Это был снегоход. У меня был. Это от замка, да. Такие вот, типа, колонны маленькие. Ну, как перила, но только в виде колонн таких маленьких. Вот они сами военные. Уже лицо у него, правда, стерлось. Мне нравилось то, что... Мне очень нравилось то, что можно у них снять шапку, допустим. А здесь, например, ему что-то другое, например, корону. Или кепку там какую-нибудь одеть. Или в руку взять что угодно. Хочешь, возьми там какую-нибудь палку. Хочешь, возьми ее двумя руками. И получится, типа, такая дубина здоровая. И он такой, как даст. Прикольно. Или то, что ему можно там штаны переодеть, снять эти. Надеть вместо зеленых там черные. Или вообще лицо ему поменять, снять голову. О, правда, на нем она тяжело сидит. И другое здесь. И тогда получалось, я... Ну, когда играл, получалось, я... Ну, получается, вот этот чувак, например, пришел на военную базу, хочет проникнуть. Он его, допустим, убивает, снимает его одежду, получается, и надевает ее. Получается, вот этот человек одел одежду врага, а сам одел на него свою одежду и выкинул его куда-нибудь, чтобы его не видно было. И все. И типа получается, вот он. Получается, он типа, ну, где-то отдельно от всех стоял такой чувак. Он на него напал, забрал его одежду. Свою одежду вместе с тем чуваком, который уже в его одежде мертвый лежит, спрятал и пошел, типа, проник. Вот так я играл, тоже было интересно. Ну, так вот всякое такое было. Придумывал всякие такие штуки. А если не нужно было переодеваться, ну, то тогда просто, например, даже если они друзья, допустим, он говорит, да, я твою кепку поношу, на, и он уже в каске хватит. Ну, так прикольно. Много чего. Лего дает большой полет фантазии, если ты любишь что-то строить, делать. А я любил. Я очень любил строить, что-то делать. Даже лесенки у нас такие были. Тоже, по-моему, от всяких зданий. Мне очень нравилось, как бы, вот это. Я даже сейчас в играх люблю порой что-нибудь создать, построить такое. Даже старец был с бородой. Да, я люблю в играх построить какие-нибудь домики, там улучшить их, развить там что-то такое. Это все пошло... От Лего. Это было на повозке. Такая, типа, крытая повозка была. Таким вот, такой вот тканью была накрыта. Ну, она была вот такая, как бы. То есть даже в Лего даже и ткань есть. Копье было. Бочка. Ну, это много. Здесь всего много. У него лица уже нету, да, все стерлось, все. Это неизвестный человек без лица. Да, уж немножко страшновато выглядит. Флаги какие-то были. Мне очень нравилось то, что когда у меня новые оружия появлялись, я тогда брал их и любил с ними играть. Мы так, типа, друг с другом сражались. На мечах там.
Самое интересное, что самое круто, что он может так, типа, отбивать атаки под разным углом так. Вертеть оружкой. По-разному. Ну, в общем, круто было. Было круто. Всякие растения у нас росли. Много всего было. Я даже вот какую-то фигуру начинал. Причем одни колесики маленькие, а другие большие. Что я такое хотел сделать? А сзади фары. Ну да, это зад, а это перед. Спереди желтые фары. Какая-то такая каракатица непонятная. Шапка от волшебника у меня даже была. Где-то был без шапки один кто-то. Да, я себе еще волшебника покупал. Я всегда, когда видел, что это возможность купить лего какое-то новое, я всегда старался купить, чтобы расширить свою коллекцию. Даже вот такие вот у нас были окошки. А это для машин было. Ну, либо для здания какого-то. Но в здании оно обычно, если стояло, то обычно парой. О, вот такой вертолет у меня был. Открывался. Сейчас, конечно, я уже не соберу вертолет, но тогда, когда он был, так открывался, и такая, ну, это прям была мощь такая. Прилетает такой вертолет на базу, открывается такая штука здоровая. Или не открывается, или своими ракетами. О, это вообще так круто было. Что тут еще можно посмотреть? Вот машинку какую-то я собирал. Ну, по сравнению с готовыми машинками, это не очень крутая машинка, но довольно-таки прикольная. И мне главное было вместить людей. Здесь один садился, здесь второй садился. Один мог стоять здесь, два по бокам могли стоять. Здесь могли сидеть. Ну, здесь сидел сам управляющий, естественно. Садился сам управляющий за руль и крутил. Для него такое сиденье. При этом могли по бокам встать два человека, и здесь сесть в разные стороны или стоять, и здесь сидеть. И даже могли не сидеть, даже могли держаться. То есть такая машина, которая может увезти максимум людей. Со всех сторон могли держаться люди и как бы ехать как хочешь. Наверное, так, типа, чтобы просто такая перевозчик такой. Как это называется? Транспорт для людей, который может много людей вместить. Типа автобуса такого. Там какая-то, да, еще рация была у нас. Вот такая интересная. Она рация, которую можно прилепить к стене. То есть и персонаж может держать эту рацию. И можно ее прилепить к чему-нибудь. Ну, это тоже лючок какой-то был. На каком-то из тракторов, ну, типа тракторов, что такое, которые здесь были, люк так открывался вроде бы. Или сбоку открывалось. Было довольно-таки круто. Даже кассета была. На что записывалось. Это у нас были трубы от какого-то грузовика. Вставлялись, и он типа так ехал. Это сколько здесь всяких фигурок интересных было. Вот грузовик там. Столько всего. Это какой-то кладоискатель, что ли, или кто, не пойми кто. Есть какая-то рука такая, или что это такое было. Которая могла ухватить что-нибудь. Или какой-то этот... Техника строительная, что-то такое. Ну, типа какой-нибудь... А, этот, вот он, меч, про который я говорил. У короля, который был. Он только пришел на конике с мечом и такой... По-моему, он так и продавался. Просто коник и король на нем. И он такой пришел с мечом и меч такой. Он такой пришел, типа, я король. Ну, на самом деле, было круто. Такая фигурка какая-то я строил. Тогда же я вот что-то строил, какие-то у меня планы были, что я хотел сделать. Сейчас я уже вообще не помню, что я хотел сделать. Много всего. Военная шапка, естественно, не его. Эта шапка была у человека, который был на плоту. У меня еще плот был, я помню. Самое интересное, что я помню, что откуда. Я не помню, как оно...
как это собрать назад, потому что, ну, много времени прошло, но я помню, что откуда. Я вот и так вот ни с того ни с сего, я бы не вспомнил, что у меня здесь есть. Но именно смотря, держа в руках это, держа в руках что-то и смотря на это, я вспоминаю, от чего это. Это от пальм было. Такая, типа, дерево шло, и вверху пальма. Типа, вот такая штука была. Это была пальма. Я вот, когда беру в руки, тогда вспоминаю. Это, наверное, у военных было, по-моему, такой автомат. Ну, для меня это тогда была крутая штука. Самое крутое оружие, типа, винтовка. Еще одна такая штучка. Что-то я такое делал. Типа, рука какая. Либо какого-то робота я собирался сделать, который с такой рукой мог двигаться и своими щупальцами кого-нибудь хватать. Что такое я хотел сделать? Робота, наверное, какого-то хотел сделать. Я уже не помню. А вот это какой-то бур, типа, был, который, может, пила. Да, это пила была. Помню, что такое было. Какая-то такая фигура, на которой что-то такое было, да, которая может резать что-то. Но я уже точно, но вот насчет этого не могу точно сказать. Просто такой черненький, в черном весь костюмчике. Это что-то такое на пирата похоже. Ну да, один глаз с повязкой, пират точно. Это я полосочку маленькую делал. Так, это мы смотрели. Так, что у нас тут еще есть? Самое интересное, что даже такой человек был у меня. Это я какую-то машину гоночную покупал. И там в гоночной машинке просто нет человечка, но есть такое, что вот торчат его, типа, и получается, там седло, и в седле, типа, вот такие руки, и вот он за руль держится, типа, какой-то... Или это строитель был? Я что-то... Или строитель? Ну, судя по каске, да, наверное, строитель. Но машинка у меня тоже была. И маленький такой водный скутер был еще. Ой, в леге здесь у меня всего не упомню, что здесь было. Лыжи были вот такие, на ногу одевались. Причем они больше к нему подходят. У него тоже такой костюм, ну, на лице это... А, ну да, он нарисован какой-то экскаватор. Хотя шлем мог быть и изначально и не на нем. У него такие лыжи. Что-то... Но я уже не помню, что это такое было. Лыжи. У кого они там были? Чья-то шляпа ковбойская. Да, здесь много всего. Сиденье, он такое валяется. Это тоже типа от лодки какой-то, но побольше. Топор. Такой здоровенный топор. Какая-то тоже такая коляска начинающаяся. О, что-то такое я собирал еще. Самое интересное, что здесь колеса, а спереди еще какой-то типа такой бур. Мне еще нравится то, что рули такие двигаются. Типа машина такая едет, машина, а спереди что-то такое бурит. Ну, это я сам такое делал. Здесь все, что осталось, это я все сам делал. Здесь готового уже ничего нету. И где-то у меня еще даже здесь был скелет был. В шифте. Где-то у меня еще здесь даже скелет был. Я вот не могу найти скелета. У меня был скелет. Я помню. Но отсюда прям можно было. А вот это было в люк этот. Или капот. По-моему, капот был в машине военной. Открывался так. Это прикольно было, кстати. Щит был. Да, это был у него. Меч в руках был, щит и корона. А где скелет? У меня где-то еще скелет был. Я не помню где. Так, сейчас посмотрим. Это тоже пират. Кстати, неплохое лицо выглядит. Обычно у них стирается лицо.
А, вот он, нашел. Я еще со скелетом что-то покупал. Причем странное у него лицо. По-моему, там еще был один скелет без такого лица. Он как будто бы вот в маске какой-то. Там был скелет с лицом черно-белым. Это вот от какой-то тоже... От какой-то то ли лодки. Что, по-моему, или лодка, или что такое было. У нее такой типа спойлер сзади был. Еще мне нравилось, когда на шлемах такая... Шлемы открывались. Мне нравилось открывать шлемы, закрывать. Ну, даже динамит был. Такой вот. Приходишь... Самое интересное, построишь какую-нибудь фигуру такую. Потом прибегает какой-нибудь человечек такой. Прибегает. Просто с такой вот штучкой в руке. И ставит ее на то, что построено. А она потом типа взрывается, и ты все это разрушаешь. Типа, динамит взорвался. А потом приходят другие человечки, его там... Его там так ножичком так чик, и заново все, что разбил, разломалось, собирает. Вообще прикольно было. Ну, такое вот было, мне нравилось то, что раз и не видно лица. Я даже так играл, что типа другой чувак пришел, убил его, надел свою одежду, надел шлем, и среди них ходит, они даже не подозревают, что другой чувак. Понятно, что когда кто-то переоденется, допустим, в него, как я уже показывал, что может переодеться, но его же могут в лицо узнать. А если такой шлем... Он же закрывает лицо, и тогда уже в лицо точно не узнают. И, ну, интересно было. Было интересно играть. И играл я сильно. В Олега я сильно играл. И долго. Здесь даже какой-то такой шланг был. Он реально резиновый, но просто он с одной части. Вот одна часть есть, а вторая часть... Оторвана или отрезана. Ну да, не может быть, чтобы это было конец. Это был, видимо, такой шланг. Он соединялся с чем-то, но одна часть оборвалась. Ну, в Лего на самом деле много всяких разных штук. Тем более это старенькая Лего. А в современном Лего всяких разных штук еще больше. Это был факел. Можно было держать и так, и так. А помню, даже, по-моему, еще какая-то такая типа ракетница была, что такое делал. Не помню. Но изначально это был факел. Еще один такой щит, только уже немножко другой. Такой более треугольный. Так, это я типа руль такой делал. Или микрофон. Типа кто-то в него говорил, да, что я такое делал. Типа на трибуне микрофон стоял. Это от одного из... вертолетиков, по-моему. Это я, по-моему, показывал. Какой-то важный человек был, по-моему. Я уже не помню точно. А это весла. Так что фокус не хочет. Сзади столько всего, что оно пытается на задний фон навестись. И вот эти весла были с лодкой. Вот так вот гребешь. Они по цвету одинаковые. Еще мне нравились персонажи в очках. Типа, я считал, что они крутые. А если они в очках, значит, они супер крутые. Лук даже был вот такой вот. Ну и все, вот это вот все Лего мое. Даже какая-то была... Такая вот штука, типа, как крыло какое-то. Ну, для крыла оно маловато, но где-то оно что-то дополняло, какую-то фигуру. Вот это я не помню откуда. Причем даже еще наклейки какие-то. Вот это же наклейка. Вот такое вот Лего у меня. Ну, плюс еще вот такое здание я строил. Строилась фигурок. Вот это я тоже показывал уже. Правда, оно уже грязненькое, сколько лет оно лежит. Вот это от замка, по-моему, было. Или от чего? Или просто это небольшая фигурка какая-то была, не помню. Это я маленькую машинку собрал, типа мини-гоночная машинка. Как раз для этого персонажика подойдет, у которого полтела такое и руль в руках. Такой персонажик. И бокалы в руках были. Это типа бокал. Ты можешь его на стол поставить. Можешь.
Ой. Можешь на стол поставить, можешь в руку взять. Так прикольно было. В общем. Вот на этом и все. Это все мои игрушки, которые у меня были и есть пока что еще. Столько всего. А хотя не, это не все на самом деле. Было намного больше. Просто это все, что осталось до сих пор. А было раз в 10 больше. И если не в 20, и не в 30. Было очень много. Но просто оно, то, что дожило до сих пор, я вам сегодня показал. А так было еще больше. Просто мы такие были, что любили все ломать. Сколько мы попереломали. Ой, это вообще не счесть. Там у нас экран был такой здоровый на метр. Мы там прямо такой, ну там все двигалось, все управлять можно было. Мы его сломали. Был классный экран такой. И машинки были, в которых вообще все открывается такое. И на пульте управления были машинки. Разве что вертолета не было на пульте управления. Столько всего было вообще. Да всего не упомнишь. И всякие, и железные машинки всякие были. Мы им двери выламывали. Ой, столько всего было, столько всего сломали. Это просто. И бинокли всякие были. Все, все, все ломали. Еще я любил зажигалки покупать. Они у меня даже до сих пор есть. Вот потихоньку собираю назад все. Такую вот лодочку откопал. Что я такое строил. Хотя не помню, я показывал или нет. Я такую типа лодку пытался сделать. Здесь сзади крутится. Здесь какие-то показания. Еще насобирал такие типа вот. Это были типа. Мы такие окошки делали. Обычно же такие штучки непрозрачные. Потом вот это была упряжка для коника. Ну, чтобы его зацепить. Он так и повозку вез. Кто не знает, может и не понять для чего. Так, ну, та упряжка предыдущая. Такая мышка была. Ее можно посадить на любую штучку. Летучая мышка. Прикольно, миленько выглядит. Потом это я делал типа такой мини-вертолетик. То есть я играл так, что ты типа садишься. Ну, по идее, она его, ну, может зарезать, но я играл так, что она его, типа, не режет, потому что она, типа, крутится, он садится и полетел. Хотя, он может стоя, ну, типа, вот так стоять. И тогда он реально будет крутиться. И он будет взлетать. Ну, такое, типа, простое летательное средство. Сел и полетел. И еще, вот такое было для водолаза у меня. Все-таки был водолаз. По идее, там сзади шланги были. Это спасательный жилет был. Но он сюда не подходит, там где-то были ну, такие, типа, баллоны. И шлем такой был. И вот у того, у кого был шлем с баллонами, вот такой, он, типа, по идее, водолазом был. Вот. Копье еще такое было. Стаканчик непрозрачный такой. Волшебная палочка для того мага, у которого шапка была та синенькая. Ну, а это, типа, что-то цепляло, по-моему, какая-то машинка за что-то цеплялась. Прицеп был для какой-то машинки. Вот, ну а так. И ну и флаг еще такой был. У пиратов на плоту, по-моему. Еще такой вот персонажик был с таким вот шлемом. У него, наверное, и копье было, или что-то такое. И меч еще есть новенький, блестященький такой. Тот был уже потемневший такой. А это новенький, он реально крутой. Когда его в руку берешь, сразу чувствуется, что он серьезный чувак, мощный. С таким большим мечом. Он реально. Этот меч на все, можно сказать, на всего персонажа. Он легко может разрубить кого-нибудь. Ну и вот баллоны нашел. По идее, это именно он был водолазом. Вот у него шлем. Ну, баллоны такие, шлем. Специально с трубками для дыхания. И еще, по идее, у него должны быть ласты, если он там под водой плавает. Такая вот штука. Это для конников было, типа, на повозке, типа, это как оплетка. Они так погоняют. Это можно и как ракету, или какую-то башенку. Я так строил. Ну, а это для вертолета было. Сейчас все обратно собираю в коробочку. Вот
такая вот новенькая сабелька есть. Ну, блестященькая, вернее. Мне нравилось, когда они все блестят. Это вот такой я типа факел делал. Как будто бы персонаж идет, в руке держит. И оно светится как бы. Ну, прикольно так. Еще также, ну, без этой вот штучки. Такой вот пулеметик был, это у военных стоял. Ты типа, он двумя руками персонаж берется и стреляет во всех. Здесь тоже что-то было такое, тоже от военных крутилось. Может, на вертолете даже. И номера вот, типа, военные, ну, у военных тоже были. Рычажок какой-то я такой сделал. А это рупор. Когда он так берет в руки и что-то кричит кому-то. Эй! А это, по-моему, были на каком-то шлеме или на каком-то этом... Не на шлеме. Была такая штучка, которая их держит. Это, типа, были рога где-то. В предметах, где я средневековых каких-то героев собирал. Вот я нашел еще отдельные баллоны, которые так вот на шею одеваются. Но это все равно не то. Это все не то. Вот настоящий шлем, к которому подходит вот эта штучка. И он полностью надевается на персонажа. О, крутой генерал. Таким вот образом. И он. Тут и баллоны, и сразу идет сюда. Сюда реально круто. Вот это отсюда, а то я неправильно одевал. Вот это вот настоящий. Ну, эта часть вот от этого шлема. А то, куда я надевал на тот обычный маленький такой, то это неправильно. Имею в виду вот этот вот. Неправильно я сюда одевал. Он уже треснул. Ничего себе. Так сильно мы с ним играли. Даже такое стекло есть. Обычно они все были какие-то цвета, типа голубого, а это прям беленькое, необычное. У меня в основном все стекла голубые, да, это единственное белое. Поэтому оно получается редкое. Еще такая вот дверька была, но это от машинки. Обычно в машинках дверь так открывалась, закрывалась. Еще такая вот фигурка есть, такое с закруглением, с таким. Много всего здесь, на самом деле, много чего можно сделать. Ну вот, в общем-то, и все. Лего поместилось обратно в эту коробочку. Хотя, по-моему, когда я высыпал, оно не торчало. А теперь торчит. Уже не уместилось. По-моему, как-то раньше оно компактнее лежало и дальше было. А может быть, здесь же еще что-то здесь было. Может быть, я отсюда сильно много сюда насыпал. Потому что, по-моему, раньше с этой стороны больше было. Кстати, вот эту коробку, не коробку, а, кстати, столько мусора с него высыпалось. Оно же было на две части разделено, были стены и пол. Я наложил стены на пол, и они как раз по размеру подошли друг к другу. Я просто думал, что они не подходят. Оказывается, что они подошли друг к другу. И я как бы это прижал их, и оно все соединилось. То есть этот пол был реально отсюда. Просто я не доделал тогда этот домик. Я хотел, видимо, сделать какую-то базу. Если прям такой компьютер стоял серьезный, открывался. Самое интересное, что он тут закрыт, как будто так просто что-то открываешь. И там целый компьютер. Ого, я все сломал. Там целый компьютер. И эта штука еще поднимается. Типа пароход дает. Сюда, здесь компьютер поднимается. В общем, крутая такая база у меня должна была быть. Но я не доделал это все, забросил. И оно так и осталось. Да, так и осталось. Но это то, что уже туда не влезло. Все будет лежать отдельно. Вот такое вот мое лего. Все, что у меня было. А может и не все. Все, что осталось до этих дней. Ну, в общем-то, и все. Все то, что вы увидели сегодня, это все то, что у меня осталось на сегодняшний день. А было у меня в детстве, конечно же, намного больше. Но все это уже давно. По
потерялась, сломалась, выпинулась, и теперь этого уже нет. То, что я вам показал, это единственное, что у меня осталось от тех давних времен. И тогда это было очень круто, мне нравилось играть и с этими игрушками, и с другими, которые у меня были. Это было мое все, мои игрушки, я прям любил это. Особенно Лего. Было круто. Сейчас, конечно же, мне уже не до них, они просто валяются. Но раньше все было по-другому. Раньше я с ними круто проводил время. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова!